Завтра, 19 июня, по всей республике будут проходить траурные мероприятия, посвященные Дню Бендерской трагедии. В 8 часов утра запланировано проведение литии по невинно убиенным в Преображенском соборе Бендер. За полчаса до этого на центральной площади города начнется митинг-реквием. Затем колонны людей двинутся к мемориалу памяти и скорби. Там пройдет возложение цветов. По замыслу организаторов, в это же время вторая колонна, в ней будут идти защитники Приднестровья со всех других городов и районов, двинется к мемориалу по автомобильному мосту через Днестр от села Парканы. Автомобильное движение с 17:15 до половины 10 утра здесь будет перекрыто. Попасть из Бендер в Тирасполь кратчайшим путем можно будет по дороге через село Кицканы и Меринешты, используя паром. В 11 утра состоится возложение цветов и на военно-историческом кладбище. Также цветы будут возлагать на Борисовском кладбище у мест захоронения защитников города. В час дня запланировано возложение цветов к памятным знакам необъявленной войны. У часовни Ечина на месте гибели казачьего атамана по улице Суворова и к памятному знаку женщинам-защитницам Приднестровья. В 16:00 в сквере имени Воздвиженского пройдет вечер реквием памяти погибшего телеоператора. С 15:30 на площади Освобождения в Бендерах с выступления оркестра Главного штаба вооруженных сил начнется концертная программа. Она продлится до 17:30, правда, в 8 вечера там же пройдет еще один концерт под названием «Времен связующая нить». На нем выступят победители конкурса «Караван» и творческий коллектив «Анариан». Вечером на Бендерской набережной пройдут спортивные показательные выступления и на воду спустят траурные венки. И еще в 16:45 пройдет общереспубликанская минута молчания. Всех автомобилистов просят остановиться ровно на одну минуту, включить сиренный клаксон автомобилей и вспомнить о жертвах той войны. Напомним, общереспубликанская минута молчания пройдет в 16:45. Первый республиканский телеканал будет вести прямую трансляцию из Бендер с 7 утра до 11 и с 15:25 до 17 часов.